Добрый день. Спасибо за внимание. Меня зовут Евгений, фирма Baby Design, 8-й стенд. Представляю вам к вашему вниманию коляску Inspira Sonic. Вес 9,5 килограмм. Имеется очень огромный капюшон, опускающийся почти до поручней безопасности. Также хочу отдельно обратить внимание на огромное окно для мамы. Можно видеть ребенка и наблюдать, что он там делает. Капюшон складывается легко. Вся ткань имеет внутри ультрапрошивку против ультрафиолета до плюс 50 градусов. Также при желании можно начальную часть капюшона сложить внутрь. Сзади имеется огромный карман для мамы, куда можно положить всякие разные вещи, мелочи и так далее. Также хочу отдельно обратить внимание на ручку, которая регулируется в двух положениях, что немаловажно для мам и пап с большим ростом. Также имеется тормоз, он ручной. То есть вам не надо будет ножным тормозом пользоваться, пачкать ботинки. И нету вот этой промежуточной железной палочки. Также хочу отдельное внимание обратить, но на лежачее место. Оно очень большое и очень широкое. Вашему малышу будет комфортно даже зимой, например, в капюшоне, в зимнем конверте. Спинка легко регулируется с помощью ремней. И можно выставить любое положение. То есть вот в таком варианте это максимально сидячее, и одним движением руки можно опустить его ниже на то положение, которое было бы комфортно для малыша. Также хочу отдельно рассказать о подножке. Она металлическая, и здесь имеется прорезиненная часть. Что немаловажно, ее легко будет, можно замыть, и не будет пачкаться и рваться. Также по подставке для ножек. Она на ремне и может фиксироваться в разных положениях. Здесь имеется очень удобный кармашек, куда можно заправить этот язычок. По поручню безопасности он снимается, можно постирать, то есть не проблема вот эту ткань. Также он сам снимается с одной и с другой стороны, чтобы посадить ребеночка. После того, как вы посадите ребеночка, имеются пятиточечные ремни безопасности, что немаловажно. Также их можно сделать в трехточечные, отсоединив карабины сверху. По системе складывания, система складывания у данной коляски – книжка. В принципе, складывается очень легко. С правой стороны имеется кнопка, она нажимается, и вы дергаете за ремень. Коляска складывается. Здесь имеется данный кронштейн, чтобы она не раскрылась. После складывания ее легко можно привести в исходное положение. По колесикам и по амортизации хочу отдельно остановиться. Передние колеса фиксируются легким движением руки. Также на каждое переднее колесо установлено два амортизатора. И на каждое колесо установлено по два подшипника, что немаловажно для амортизации и мягкости хода коляски. По задним еще хотел обратить внимание. Сзади установлены сайлентблоки, что делает эту коляску очень мягкой.
В комплекте идет чехол на ножки. И в зимнее время, в любой снегопад или когда будет дуть сильный ветер, вы можете полностью ребенка закрыть от ветра и прочих погодных ненастий. То есть выглядит это будет вот так. Также имеется корзина снизу, которая легко снимается, ее можно постирать. Корзина достаточно большая. Внизу имеется вкладка, чтобы она не провисала. Все на клепках, все легко снимается. В заключение своего рассказа хочу добавить, данная коляска предназначена как и для прогулок летом, зимой и весной, то есть в любую погоду, в жару, холод, зной, снегопад и прочие погодные сюрпризы, которые может нам предоставить Матушка Россия. Если что, весь модельный ряд Эспира, Baby Design, вы можете посмотреть на стенде номер 8 на первом этаже. Спасибо за внимание.